Школа будущего. Какая она? Школа, где нет одинаковых кабинетов и узких коридоров. Школа, где много открытых пространств для игр и общения. А учитель вдохновляет учеников на новые инновационные идеи. Трансформируемое пространство свободной планировки, спроектированное по принципу «школа-город». Это возможность для детей попробовать себя в любой профессии, развивать эмоциональный и социальный интеллект, мечтать и думать о будущем. Архитекторы концерна «Крост» изучили европейский опыт создания современных образовательных пространств. Вдохновлялись архитектурой школ Армении и стран Скандинавии. Лучшие идеи и опыт были использованы при проектировании школы нового поколения, номер 2070, в жилом квартале «Новая звезда». Школа очень впечатляет и по размеру, и самое главное, по качеству. А в школе есть все, пожалуйста, вот если ты ребенок, ты способный, у тебя есть какие-то таланты, все можешь получить в одних стенах в школе «Город», который построил компания «Крост». На последней пресс-конференции Владимира Владимировича Путина с населением очень было много вопросов по поводу нехватки образовательных учреждений, перенаполнение школ, и я это слушала, вот хотела просто выпрыгнуть сама из себя и сказать, а у нас есть такое чудо. Чудо, построенное Кростом. Это не образовательное учреждение, это даже не дворец культуры или пионеров, как раньше было, это нечто из будущего. Мы верим, строительство новых школ в России – это вклад в новое поколение граждан нашей страны. Ярких, свободных, мыслящих, инициативных. Возможно, это они полетят на Марс, изобретут лекарства от всех болезней и запустят вечный двигатель. Это будут граждане новой России, граждане мира.